Специальное предложение только с сегодняшнего дня. Самая выгодная покупка. Нежная-нежная. Это комплект постельного белья «Летний сад». Сегодня в каждом часе рубрики «Дом» будет представлено новое предложение по цене только сегодня. Очаровательное постельное белье с пышным букетом, который прям преображает комнату. С таким постельным бельем вам будет приятно просыпаться. Это заряжает нас, понимаете, позитивом. Сегодня три цвета на выбор. Каждый час уникальное предложение дня будет меняться. Все за 999 рублей. И это шикарное предложение с цветами. Постельное белье, в котором хочется утонуть от счастья, нам представит Юлия Колосова, эксперт телеканала «Шоу», которая отдохнула, загорела и уже спасибо, дорогая. Готовы и сделают с большим удовольствием. Здравствуйте, дорогие. Рубрика «Дом» сегодня радует нас яркими дизайнами. И эту коллекцию очень приятно представлять не только потому, что это модный, трендовый, флористический дизайн, это погружение в атмосферу цветущего сада, это хорошее настроение в вашем доме, но это еще уникальная подборка оттенков. Сегодня будем говорить о влиянии цвета на человека. Белье подобрано так, что оно будет вас максимально расслаблять. Расслабятся и практичные хозяйки, потому что не придется гладить постельное белье. Летний сад – это ваша экономия времени. Постель выглядит безупречно и никакой глажки. Точно все сейчас похлопали в ладоши, потому что это правда для хозяек очень важно. Сколько мы стоим с горячим утюгом, здесь не придется. И еще один секрет таит эта ткань в себе. Она максимально мягкая. Она максимально комфортная для сна. Причем в течение всех сезонов. Это дышащее, нежное, микрофибровое полотно с уникальным плетением. Сегодня буду рассказывать, в чем же его уникальность. Это летний сад, это даже летняя сказка. Да. Постельное белье, которое не нужно гладить. Да. Разве это не сказка? Итак, смотрите, три цвета на выбор. Какой вам нравится больше всего? Выбираем всей страной. У нас есть светло-розовый на нежном нюдовом оттенке, такие светлые-светлые цветы. Сливовый, более интенсивный оттенок для тех, кто любит поярче. Есть сиреневый цвет. Он точно бы приглянулся моей свекрови, она обожает такие оттенки. Все это комплект постельного белья «Летний сад», который представлен только в этом часе в качестве главного предложения только одного дня. Полутораспальный, двуспальный и евро. Все за 999 рублей. То есть любой размер за 999 рублей. Берите сразу несколько комплектов. Скидка 58%. Успейте заказать. Слушай, вот, Юлечка, смотри. Я считаю, что цветы сейчас очень актуальны. Да. Осенью, например, у меня всегда начинается легкая такая депрессия. Не только у тебя. За окошком все плохо. Ну и в квартире хотя бы должно быть что-то, знаешь, вот такое продление лета, послевкусие лета. Да, а с нашим специальным предложением будем отдыхать как в цветущем саду. Вот как мы отдыхаем на природе. Мы там расслабляемся, мы смотрим на красоту, отдыхает душа, отдыхает тело. Психика приходит в нормальное состояние. Все-таки наша спальня – это храм отдыха. И за дверью мы должны оставлять все проблемы. И вот это белье поможет это сделать. Но это не только трендовый флористический дизайн. Кстати, цветы на пике популярности и уже который год. Это транзитный тренд. Но при этом я сделала еще уникальную подборку по цвету. Канадские ученые считают, что практически мы все визуалы. И именно поэтому цвет влияет на наше состояние. Вот я расскажу, каким образом. Вот сиреневый цвет. Так. Этот цвет мечтателей, философов, творческих людей. Всегда яркие сны снятся, когда мы спим на таком белье. Они всегда очень красочные, они располагающие. И вы просыпаетесь в хорошей обстановке. А светло-розовый – цвет совершенства и нежности. Цвет, который успокаивает сердечные ритмы, если мы понервничали днем. Если вы мамочка, например, троих детей, ну это нервы, выбирайте розовый цвет. А если сливовый выбираете, то, конечно, погружайтесь в атмосферу нежных цветов, буквально парящих у вас и под ногами, и на голове, и обнимающих все ваше тело. И вы отдыхаете очень хорошо на этом белье. Я считаю, оно идеально. Целый букет, настроение, такая цветотерапия, да, за 999 рублей. Любой размер 999 рублей стоит. Полутораспальный, двуспальный или евро. Выбирайте, звоните, заказывайте. И вспомните, именно осенью нам необходимо с утра просыпаться в хорошем настроении. Представьте, открыли глаза, увидели цветы. Вот. Вот эти цветы, постельного белья, летний сад. И сразу настроение идеальное, жизнь прекрасна, даже если за окошком дождик. Слушай, вот смотри, когда мы выбираем для себя комплект постельного белья, хотелось бы понять после стирки, как себя будет вести постельное белье. А мы сейчас с тобой даже проверим. У меня всегда в лаборатории открыто, и всегда есть мой такой стандартный, очень проверенный тест. Нужно обязательно сухой перчаткой и по контрастному, желательно, рисунку. Да? Что мы с вами делаем? Проверяем наличие технического слоя, нерадивые,
покупатели иногда на это и внимание не обращают, а потом расстраиваются. И производители тоже иногда оставляют технические слои. В нашем случае совершенно ни одного развода нет. То есть не будет на теле следов. Вы стираете 30 градусов, и цветы цветут 5-7 лет. Вот, 5-7 лет срок службы постельного белья. Вспомните, когда мы приходим в магазин и покупаем что-нибудь недорогое, да один сезон даже прослужить комплект постельного белья не может. Вы сегодня выбираете качество, вы сегодня выбираете нежность и свое лучшее настроение каждое утро. За 999 рублей любой, абсолютно любой размер, полутораспальный, двуспальный или евро. Слушай, хотела тебя спросить еще про новосатин. Скажи, что это за материал? Потому что я привыкла к микрофибре, да? Микрофибра, она тоже по тактильности похожа на новосатин. Но что такое новосатин? Расскажи нам. Олечка, это уникальная ткань. Микрофибра – это ультратонкое пористое волокно. Вот из него и выполнено наше белье. Что это дает? Дыхание, мягкость. Эта ткань сплетена сатиновым плетением, выполнена из современных полиэфирных волокон. Вот почему ее называют полисатином. То есть это сатиновое плетение, поэтому бархатца. Эффект пич или бархатистый эффект прикосновения к коже персика. Нежное, приятное, оно доставит удовольствие в любой сезон, это важно. Давайте я вам покажу, да, поточнее, как это выглядит. Волокно тоньше человеческого волоса в несколько раз. И оно еще испещренное порами, дышит хорошо. Воздух проходит, поэтому тебе не жарко. Не жарко в любой сезон, хорошая терморегуляция идет. И эти волокна еще и сплетают по типу сатина, поэтому полисатин название мы видим на экране. Это один из самых мягких материалов, один из самых комфортных, не дает усадку, цветоустойчивый, долговечный, нету катышей, что здорово, всегда нежная постель. Отлично, друзья, только представьте, вы сегодня выбираете не только свое настроение, но еще и практичность. Новосатин, смотрите, как он переливается, полисатин, да? Мягкий, нежный материал, знаете, напоминающий кожу персика, что ли, да? Крыло бабочки, цветок. Как будто бы розочка, да, лепесточки. Очень приятные тактильные ощущения, но с переливами. Вот в чем отличие от микрофибры. Ну что ж, друзья, это наше свободное время. Нам не нужно с утюгом наглаживать. Мы будем гладить только руками и восхищаться и красотой, и практичностью, и незаминаемостью. За 999 рублей все размеры на выбор.